Больш за 4000 замежных громадян наведали сёлета здравницы Могилёвской в области. И такая тенденция назирается апошние годы. 90% отпочивающих это россияне, так само сярод наведвальников наших санаториев были громадяне Израилю, Германии, США и інших краин близкого и далекого замежа. Гостей вабить оздоровленшие послуги и их кошт. А для здравниц это махчимость заработать, повысить свою рентабельность. У Могилёвской области працуют 11 санаторий. У замежных громадян на отпочинок сёлета примали полова з их. У безумовных лидерах Бобруйский санаторий имя Ленина миновито тут приняли 60% у всех замежных громадян, что сёлета наведали здравницы Могилёвщины. Специалисты лечат, что такому вынику посприял якостный маркетинг и эффективная работа с замежными туроператорами. Они дополнительные услуги оказывают. Они, в частности, разработали оздоровительный 5-дневный тур в рамках безвизового режима в Республику Беларусь, тоже пользуются популярностью. Они активно используют интернет-ресурсы, продвигают свой сайт в социальных сетях, активно используют онлайн-бронирование, онлайн-оплату, и это дает свой результат. Довольно эффективно працуя по экспорте оздоровленчих послуг и санаторий имя Орловского у Кировском районе. Ён невеликий на 66 месяцев. Однако больше за полову путевок за опошние 9 месяцев тут набыли миновито замежные громадяне. Айчинные санатории запрашают гостей круглый год. Медицинские послуги можно отримать и в зимку. Опошним часам почали надавать больше уваги и тематичному отпочинку. Например, святочные мероприемства под час новогодних святов. Алена Соловьева, Александр Тарасов, новини региона.